Всем привет, меня зовут MJ Рабон, и добро пожаловать в крафт-шоу. Сегодня пятница, а это значит, что мы продолжаем играть в игры, в которых есть изюм. Рич, здесь есть изюм? Скажи мне, пожалуйста. Изюминка, вон там бегает. Тюна! Тюна! Да, привет! Я их просто не вижу. Ребята, мы сегодня играем в браузерную игру, которая написана на движке Unity 3D. Она совершенно бесплатна и называется Attack on Titan. Атака на титанов, короче говоря. Это посвящение какой-то то ли игре, то ли манге, то ли фильму, то ли аниме еще какому... А, аниме, да, точно, какое-то аниме там есть. Вот, и у нас уже время заканчивается, пока мы тут пытались собраться, но мы с Ричем умудрились забраться вот на эту верхотуру. И, Рич, я продемонстрирую, наверное, искусство эквилибристики, но я сначала просалютую тебя. Прощай, о, дружище. Где был салют? Нет, X, G, A. Я был первым. Это странный был салют. Я должен выжить. Я выжил, да. Все нормально. Не, подожди! Да, мы были очень далеко. Подожди. Как мы туда забрались? Мне нужно было обозначить тебе место для приземления. Черт, да, ты должен был мне... Я уже внизу по крышам бегаю. И, ребята, цель этой игры, как вы должны были понять, я думаю, из названия, это победить титанов. Как титанов? Каких-то голых чудаков. Я запустил зеленый сигнал. Вы видите зеленый сигнал? Да. Я с крыши запустил. О, есть. Стивы Оу такие. А да. Получи красный. О, я вижу красный. Куда-то направление. А, вот. Рич, привет! Тюн, нажми 3. Тюн. Меня съели. Нажми 3. Её съели все. Поздно, тогда я вместо тебя. Теперь я за Ричем стою. Бедная Тюна. И... Вот тебе черный дымок. Мы сейчас пытаемся играть в эту игру совершенно не так, как в эту игру нужно играть. Мы всячески игнорируем титанов, потому что, ну, их в баню. Но Тюна, видимо, не успела сигнорировать. Да подожди, у нас есть 20 секунд, чтобы умереть. Я попыталась Пойдем. Его голову как бы побить. Идем. А он такой взял, смахнул меня и съел. Так... Так, аккуратненько, ну, в общем, Рамон, как вы видите, отыгрывает Человека-паука. Я стараюсь. Из одноименной игры, я нашел титана, я нашел титана. Пойдем сдадимся. Твою... МД Рамон, одна смерть, Тюна, две смерти, Рич, одна смерть. Ей, мы про. И, друзья, давайте попробуем другой уровень этой замечательной игры. Теперь титаны повсюду, они рубят дерево, на котором, Тюна, мы с тобой стоим. Рубят? Ну, по крайней мере, они его точно не любят и не поливают. Это факт. А еще ты сказал замечательной игры. Ты... Это был сарказм. Ошибся, это... да. Не, ну, ты знаешь, я не считаю, что она плохая, эта игра. Она явно для тех, кто смотрел аниме «Атака на титанов». И понимает, что тут происходит. Да, она для тех, кто понимает иероглифы. Так, а я попробую, короче, выполнить то, что... Нужно от этой... Слушай, они там друг друга поубивали уже, один мертв. Ну и хорошо, я запустил красный. Так, я вижу, да, я вижу тебя. Я попробую к тебе добраться, Рич. Я Но иду, я постою. Рич. Нет, тут неплохо. Там кого-то лупят, или своих детей, или Тюну. Там дерево лупят. Детей Мамочка, своих. Куда я попала? Куда я... Меня поймали, нет, нет. Не ешь меня. Ну, тут уговорами не, уговорами не поможешь. Да, нет, сейчас ты восстановишься, ничего, все нормально. Рич, я пришел к тебе, а ты, походу, уже убежал, да? Нет, я тут, они подо мной собрались, вот смотри. Красная метка. Да блин, я опять куда-то не туда полетел, сейчас. Слушай, я пока отвлекаю их внимание, ты можешь... заняться членовредительством. О, твою мать, вот это я приземлился. Не-не-не-не. Слушай, их тут что-то слишком много, я не хочу в эту толпу врываться. Они подо мной стоят, все нормально, давай, ты можешь... А как салют? И головы, 1, 2, 3. А, да. Выбирай любую. Ты увидел, какое там 1, 2, 3 у меня произошло, нет? Вон моя рука, вон мои ноги, вон там... Слушай, как мы так сделали, что мы собрали их всех в одну кучу сейчас? Они подо мной стоят, я на ветке, они бесятся, все нормально.
Я отвлеку их своей беготней, попробую сейчас. Нет, это я их отвлек, а ты их бей. Роман, зачем ты... Как ты не понимаешь? Беги, беги, Роман! Почему? Сейчас... Зачем мне бежать? Я воин с титанами. Господи, там какое-то собрание титанов. Отстаньте от меня, сволочи! Я не хочу иметь с вами ничего общего. Тут появились какие-то прыгающие титаны. Да? Они стали прыгать, да. Они долетают до ветки, а потом пузом шлёпаются о землю. Отпусти меня, отпусти меня, отпусти меня, нет. Мне отрубили голову. Рич, я теперь за тобой наблюдаю. По делам. Я, по-моему, потратил все свои жизни, которые у меня были в наличии. А сколько их у тебя? О, не, возродился, все. А то прикинулся кошкой. Рич, все, давайте сконцентрируемся, давайте организуем атаку на титанов. Конечно, давай. Да. Ну, только есть смысл. На одного нападем. Я уже нападаю. Ого, вот это я зря сделал. Ну надо же степени. Я выжил. Я выжил. Ребята, я выжил. Сказал, собираемся и пошел в одиночку. Сейчас догоним тебя. Они все за мной. Проблема. А я вижу. Сейчас я им проблему устрою. Я попытаюсь забраться на высокое дерево, а вось не достанут. Все, теперь они за мной, все нормально. Да, вижу. А я на веточке тут сижу. И... Одна проблема в этой игре — это камера. Это, да. Это ужасная, отвратительная камера. Это одна проблема в этой игре. Да, я согласен с тобой, Роман. Одна проблема в этой игре, да. Все правильно. Нет. Все, выжил. Так, теперь я снова их сразу. Давайте сзади. Ну хотя бы одного на камеру завалить надо. Давай. Где вы? Вот мы. Вот зеленый я, вот красный я, вот черный я. Все, давай. Не знаю, я только что возродился, теперь я не знаю, где я нахожусь. А вот я красный. Ага, вон Тюну вижу. Тюна, я рядом. Я собрал чувачков. Они жаждут крови. А, вон вижу Рамона. Так. Рич, мытни. Сейчас восстановится через секунду. Нет, еще через секунду. Зеленый пошел. Я одного убил. Наконец-то на камеру. И меня убили. Все, друзья, на этом мы закончили. Наконец-то мы убили одного титана из 32. Ей! Так, Тюна, ты будешь что-то делать, или ты будешь как в Расти сидеть в халабуде и ничего не делать, да? Ага, понятно. Как в Расти, как ругательство прозвучало прям. Ой, опять за мной бегут, да что ж такое? Ха? Слушай, они все время за мной бегают. Я вам говорю, вам нужно пользоваться этой возможностью. Ой, я за Ричем наблюдаю. Вот это было весело. А ты как успел это? Умерла. А ты как успел? Быстро. Я попала в самую гущу событий и... Умерла. Кияна! Подожди, я кучу событий ношу с собой. Ты меня нашла? Я черную ветку. Так, кто там бегает внизу? Щит. Ребят, вас что-то многовато здесь, вам не кажется, дорогие друзья? Щит и меч. Летает голова с плеч. Почему они все голые? Мне еще вот это интересно. Ну, зато они не прорисованы детально. Им некого стесняться, вот почему. Ого, там что-то происходит. Так, ребята. Еще как происходит. О, Рич, здорово! Здорово, привет. Мужик! Привет. Я убила титана! Это была случайность? Да, совершенно! Шальной клинок? Я двоих убила! Я мастер! Выживать. А ты мертва, да? Насколько я понял, да. Я убила и... Ну, я... Там было их много. А теперь осталось Ричу убить кого-нибудь. Я убивал, но теперь я приманка. Я опарыш. Почему? Ты опарыш? Я опарыш, за мной идут щуки. Ты еще никого не убил. Ну, за ним как бы это... Знаешь, представь, что он служитель какого-то государственного учреждения, а это рассерженные граждане. И что значит «убей их»? Да. Мне не нравится твой подход к решению проблем.
Рич, они все за мной теперь. Спасай, да? спасай свою задницу. Не-не-не-не-не-не-не. Смотри, они злые, злые, конечно, но сейчас. Ой, я их. Ува, но пасаран! Не, эта тактика не работает. Нет, нет, плохо, плохо. Ричислав, так, все за мной наблюдают, да? А, да, все, все, тюн. О, тюн, не, тюн, я тюн. Возродился, все. И я, фух, отлично. А я думаю, что такое? Я вроде бы должен был... О, я вижу малыша. Я тоже вижу малыша. Мы видим его вдвоем. Давай вдвоем проатакуем. Давай, готов? Давай. Три, два, один. Мне будет стыдно за это, но... Я ему в глаза попал. Меня убили. Да что вы в него повозили? Е, мой, 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 мой. Молодцы. Ё-моё. Смотри, злые родственники. Где? Бежим. Ух ты, нифига себе, он какой-то быстрый. На дерево, быстрее. По-моему, мама была. Так, я тут повешу на верёвке. Всё, я буду как этот. Видишь меня, нет? Я такой, снизу такой, вишу на верёвочке. Вот тебя и сорвут. Что-то они все ко мне идут. Ура! Рамон, наш шанс. Где? Help me. А, снизу? Вот смотри, они идут за Тюной. Ох, нифига себе, он на тебя прыгнул. Откуда он взялся? Что такое было? Слышь, сумоист бешеный. Нет, отстань от меня, отстань, отпусти, отпусти, отпусти. Ну, а теперь восстановит силы. Твою мать. Черт побери. И вернулись. Humanity fail. Again, game restart. Так, вы поняли, подожди, да? С чего сейчас? Подожди секунду, я сейчас выйду на орбиту. Я вообще не поняла, что произошло, ну ладно. Мы сейчас находимся на локации, где нужно сражаться с боссом, который вот, собственно, сейчас появился. Которым я, собственно, сейчас... Как-то быстро. Я тоже запуск. Я тоже полетел в космос. Это довольно интересно. Наверное, нужно уходить немножко, чуть-чуть. О, я спрятался, я еще жив. Нет! Как ты... Вай! Вай! А я выжил. Ой, он перелазит! Нет, не перелазь! В этом была идея. Ты надо... Ну, по домам давай ползай. Мои ноги летят в пространстве. А мы не можем, да, возродиться, я так понимаю. Слушайте, а небо здесь очень красивое такое... Прикольно. Ой, еще один черт прибежал. Нет, слышишь, я думал, ты один-то. Ты... А, вот, все, за тобой буду наблюдать. А то я наблюдал. Вот смотри, нет, кто там был. Нет, мужик, ты должен убивать этого босса. Весь смысл в том, чтобы его убить. Ой, ты предлагаешь идти мне. Вот этот дым, это пар, его избегай. Он кислотный. Ну тогда как я его вообще что-то там буду убивать? Ты перестань со мной это говорить. Так, смотри. Добро пожаловать в атаку на титанов. Так. Давай, о, спам. Классно. Смотри. Промув. Давай. Умри, о, пожалуйста. А то ты один, и я за тобой слежу. Давай. Ой, слушай, я устал, видимо, смотри. Ты камеру можешь скачать, если ты хочешь. А, титан приближается к северным вратам. А, ему еще нельзя дать... Короче, нельзя его пропускать. Там еще титан какой-то огромный внизу. Сейчас я ему выдам, подожди. Давай, shift. Какой shift? Нет, в шею. Сейчас. Humanity fail, все. Нет. Там какой-то мега титан еще к северным воротам приблизился. Иди сюда, я готов. Я пошел отсюда. О, я не в ту сторону побежал. Вот ее. Ну, я на запчасти развалилась в полете. А я... Рамон, подбирай. Я ухожу отсюда. Я в противоположную сторону решил убегать от этого босса. Ничего не знаю. А где северные ворота? Ну? Слушай, а что мешало ему надеть кожу на себя? Ну, может быть, он чувствовал себя... Да, был голым. А сейчас он одетый или что? Считай, что это костюм такой. Тут? Вы за мной следите, да? Я тут нашел какой-то странный... О, все, слежу. Странный булыжник я здесь нашел какой-то. И пойду... тебя это интересует? Пойду. Тебя интересует булыжник? А вдруг это яйцо? Между прочим, он воняет. Так, как ты там делал? Не понюхай. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. О, отлично. Какой-то ненормальный титан, ну, по крайней мере, это мой такой вариант перевода. Снес яйцо или что?
Не, он приближался к каким-то северным воротам, и я решил проверить. Ну, оно... помнишь, когда я шел, и из ворот вышло нечто очень такое противное, плохой улыбающееся. Камень. Плохой камень! Да-да, я тебя слушаю, да. Ты не на того агрессию свою направляешь, между прочим. Вот смотри, северные ворота, предупреждение, предупреждение. И бежит. А вон он идет, вон идет, вот это. Рушит, смотри. Я, а как я должен вообще его остановить? What the fuck? What the fuck? Тебе придется встречать его прямо на входе. А, смотри, он. А еще один идет. Ногой. Все нормально. Почему без предупреждения? Я не успел попасть на кнопки и умер. Смерть он мне. Он опять рукой в космос запустил. Да что ж вы? Тут, да, вот булыжник этот вылетел, кстати, да, из ворот, кстати. Восьмая космическая. Ой, восьмая космическая, ёлки-палки. Вот там приближается титан внизу. Какой? Маленький, вон бежит, ага. Видишь? Да, вижу. И он не один. Давай, нападай на него. Пузо. Догоняй. Чё, слабо догоняешь? Давай. Маста. Молодец. Я буду убивать титанов. Я думаю, это нормальная тактика. Ну, вообще, да. Вообще, надо сражаться с этим чуваком. Его надо убивать, если что. Смотри, у него одна нога. Да. Нет, это он просто пинает только этой ногой. Смотри, у него две ноги. А, чёрт. Перелёт. Это какие-то такие наивные пузаны, но бороду успели отрастить. Мне кажется, это титаны-карлики. Стой! Как думаешь? Стой! Блин! Что, отличный аттракцион. По-моему, он сейчас дойдет до ворот. Да твою мать! Стой, я сказал! О, зацепился. Нет, надо чуть ниже целиться. Блин, я, по-моему, просрал. По-моему, я просрал, ребят. О, ты во всем виноват. Фу. Стоять, собака! Я его убил, но... Но мы продолжим. Это было... Фу. А не, он жив. Чё ты делаешь? Ладно, а я ему хотел... Я ему хотел ударить куда-то туда. Ладно, я попытаюсь посражаться сейчас с этим монстром. Ты жив? Который ваншотит. Петюна жива. Который ван... Нет, я не жив, нет. Ого, рука какая. Отлично. Тюн, какое... У тебя, кстати, там косичка, по-моему, была. Смотрите, вам нужно... Да, хвостик, прикольно. Вам нужно зацепиться за его голову и на... Рич, ты у нас физик. В общем, используя ускорение, вы должны попасть на его шею. Понял? Нет, ну такое круговое ускорение. Не, сюда лучше не выходить. Нет, это плохая идея. Все нормально, все хорошо. Тюна поняла, что это была плохая идея. Да, я пыталась... В него попасть с этими... Обходи руками. Его, чуть-чуть правее там по стене уходи, и потом с другой стороны попробуй, да, вот, дальше уходи. Да. О, смотри, как хорошо. Я похож на шаттл. Я не вижу. Я провалилась сквозь меня. Уходим. Твою мать! Ваншот. Двойное убийство, нет? Я живой. Пока хорошо. Что я одна мертва. Ой, я он руку свою сует куда не надо. Ладно. Давай, деточка, ты сможешь. Вот, смотри, видишь, я его обошел с другой стороны. Вот этот весь пар, он токсичен. Я не знаю, как его убивать, но люди как-то это делали. А теперь нужно это как-то легенда. Подпрыгнуть, вот так я сделать. Я от него прячусь пока что. За... приступочком здесь. Очень хорошо это делать. Я его сзади обошел, короче. Все. Здорово, мужики! О, я опять ушел. Не успел. А, они тут агрессивные, оказывается. Я пошел отсюда. Вот оно что. Нет! Да, тебя съедят. Боже. Что это было? Тотальное. Total annihilation. Один. Ноль.
Ладно, ребята, вот на этом мы с вами сегодня закончим игру в Attack on the Titan. Давай туда обойдем его сейчас и повеселимся хотя бы с другой стороны. Со мной сегодня... Улетела Тюна. Тюна не выжила. Она не смогла даже добраться до назначенного места. Рич, ты приближаешься, да, к назначенной точке? Ну, я пока что жив, сейчас я выйду из ворот. Рич идет к ногам Титана. Нет, на самом деле я просто... О, смотрите, Пузан тут пробежал. Титан убежал, Титан. Ой, там, убежал. Там ползучий, Рич. Лови его. Там ползучий. Жить. Фу, выжил. Спать. Я отсюда понаблюдаю за происходящим. Ладно, ребят, со мной сегодня играла Тюна. Пока-пока, всем. И Рич Маквуд. Все будут останки. Так, а я попробую красиво умереть сейчас. Так. Моя последняя попытка убить Титана. Я хочу увидеть эту смерть. Сейчас. Ха! Да стой ты! За тобой бегут! Нет! Да! Нет! Меня зовут MG Ramon, и мы здесь закончили. Пока.